Четвертая книга Моисея, числа, глава 23. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему Валаам: «Семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова. Приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фасги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак! И послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх фигуру, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валаку:
«Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике.